Спасибо. Потихоньку доплакивать. Тебе туда при... Пойдем сюда. Ага. Микрофон сюда. Вот, вот здесь мы будем звенеть. Мы здесь там звеним. Рассказывай. Вдох. Что происходит сейчас с тобой? Со мной. Вдох. Я хочу остановить смерть. Чью? Мамину. Мама при смерти сейчас или что? Да. Болеет она? Да. Чем? Рак. Выдыхай. Выдыхай. Я буду стоять. Я стою. Да, 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 конечно. Это, знаете, я стою. Это помните, как люди... Вдох. Не нервничай, я не нервничаю. Вот я смогу. Потому что я стойкая, у меня привычка такая. Вдох еще. Выдох. Еще. Еще. Я чувствую без физического. Выдох. Я хочу остановить смерть. Не Бог, я знаю. Выдох. Еще. Расскажу, что сейчас происходит, ты дыши только. Больно мне, больно. Ага. У нее все трясется. Все ощущение, как будто судороги по всему телу у нее идут. Выдыхай. Давай, выпускай. Вот так. Еще. Дыши, плачь, ты там. Вот так, да. Садись. Все. Колени трясутся, когда вот при работе, да? Это страх смерти. Это когда я испугался за свою жизнь. Я испугался за жизнь своих близких. Вот кто в Инстаграме видел видео, где фиолетовые руки были, да? Эта девочка, она, ну, в Чечне она войну прошла. Ну, как прошла, она пережила. Не воевала, но бомбежки вот эти все она как бы, ну, видела. Выдох. Сейчас мы проработаем, ей будет легче намного. Вы тоже дышите, у кого слезы, вот это ваша тоже боль. Выплакивайте. Еще вдох, глубже. Вот девушка, кому жарко там, дыши глубже. Смотри. Еще глубже дыши. Выплакивай, вот так. Ага. Прям в голос чуть. А, слегка, давай. Давай, выдыхай. Выпускайте. Дышите глубже. Все. Для тех, кто первый раз, то это вот первый раз наблюдает, всем просто говорю, это не постановочно, это просто потом этот, ну, вы поймете. Потом. Это нет. А то я когда первый раз это увидел, думаю, да, этот концерт только ради меня, наверное. Выдыхай. Выпусти. Кого-то будет вот так пробивать на смех. Видите, что происходит? Кто-то будет плакать. Не стесняйтесь, ну, это, в общем, это нормально. Давай там. Выдыхай. Я знал, что что-то такое начнется, да, в общем, я хотел культурное мероприятие, что-то дышите лучше. Охай! Дыши. Давай. Вот так. Давайте посмотрим. Давай. Угу. Выдох. Еще. Сейчас подойду. Выдох. Выплакивай. Вот так. Выдыхайте. Еще. Выдыхайте.
А? Когда без эмоций, просто вот сиди в этом состоянии сейчас, потихоньку оно будет, ну, докручиваться. Да, я вижу. Дышите. Легче, да? Давай, выдыхай. Усталость свою. Еще. Смотрите, у всех будет выходить слоями. Слезы идут, просто выплакивайте. Если ничего не идет, просто сиди пока. Плачь. Ничего страшного. Ну, не реагируй, просто сиди, дыши. Смотрите, у всех своя степень открытости, да? У всех разная степень стресса, с которым вы сюда пришли. У кого это на поверхности и легко, оно сейчас будет потихоньку вскрываться. Если вам кажется, что с вами ничего не происходит, пусть ничего не происходит. Это будет все происходить, но как-то незаметно, и поэтому мастер-класс, он 3 часа длится, да? Все равно определенную полезность вы с собой заберете. Особенно... Ага, вот так, выплакивай. Есть несколько вариантов, вы можете потихоньку выплакивать. Просто сидеть и выплакивать потихоньку. Есть второй вариант, можно жестко, больно, ну, короче, быстро. Но это выглядит ужасно, вы все видели, наверное, в YouTube где-то. Выплакивай. Про что плачешь? Так, хорошо. Вдох, все. Немного объясню. Слезы, смех, понос. Туалет все знают, да, где? Тошнота, рвота. Это нормально. Головная боль. Чувствуете, голова болит, особенно виски? Смотрите, зевота – это сброс шлаковых энергий. Зевота, отрыжки. Нормально это. Вдох еще. Кто еще там? Девочка, плачь. Давай. Вдох глубже делай. С ней нормально, не переживайте. Она уже этот... Она опытный пользователь. Уже умеет. Да-да, вижу. Вдох давай. Микрофон достаю? Так, давай сходим. Дышите. Голова болит у вас? Легче? Ага. Вот. Я буду так потихоньку. Вдох, дорогая, давай. Ну-ка. Выдох. Вот так. Вдох. Еще вдох. Ну, выпускай. Ну, хватит, я потихоньку. Еще вдох. Еще. Вот так. Выдыхаем. Выдох. Еще. Выдох. Это не подставные люди. Выдыхай. На медитации, да, только вот мозг свой постарайтесь отключить, потому что будет шанс вот так же, чтобы вас, тебя прорвало. Особенно девочки, вы, ну, с вами проще всегда. Мужчина, кого будет накрывать, тоже, ну, не стесняйтесь, пусть прорвет один раз, выпустим и все. Вредно с этим ходить. С этим жить очень тяжело, с этими обидами, болью, которая внутри. Давай, давай, давай. Руки, когда немеют, руки выворачиваются в дуле. Если вот человек начинает долго-долго дышать, ну как долго, в общем, если есть определенные блокировки в теле, руки начинают выворачивать. Это как, видели ДЦПшников, да? Вот что-то вроде того, только на минут 15. Поэтому если свернет, не пугайся просто, ладно? Вдох. Про что у тебя слезы? Что, ну, не знаешь, что? Да. Выдох. Выдох. Еще. Еще выдох. Давай. Еще.
Вот так, мой хороший, давай. Вот так. Еще выдыхай. Давай, давай, дыши. Смотри, сейчас я не жили, прям просто выдыхай. Да, еще вдох. Вот воля. Район пупка – это, ну, область воли. Это там, где мы держим вот эту волю, и когда ты не, ну, вот, хочешь удержать слезы, вот, короче, вот так делаешь, и человек прям выпускает. Выдыхай. Да? Сейчас мы дойдем. Сейчас, секунду. А, то, что женские вот заболевания, да, или там какие-то вот проявления, матка, яичники, придатки, там трубы, вот то, что... Это не принятие себя как женщины, это страх родов, это женские обиды на мужчин, это женские обиды твои на маму, как девочки, да, потому что где-то, особенно у нас, очень часто мамы забивают женственность в девочке, потому что они боятся, что там по рукам пойдет, испортит ее, а в 40 думаешь, лучше по рукам пошла. С девочками очень опасно, знаете, сначала кто бы не испортил, а потом кто бы забрал. И где вот эта грань, вот эта тонкая, ну, никому не известно. Кто будет счастливее, ну, в долгую, непонятно. Выдыхай. Легче? Легче. Выдыхай. Ну, вот так дыши. Ну, вот так, хорошо. Давайте. Выдыхай, только дыши, ладно, будет, если будет скручивать, скажи. Что происходит здесь, а? Вот еще. Ой, ты. Вдох. Не было? Держи. Отпустила тебя? Ага. Это сестра? Подруга? Тут ты. Дышите глубже. Смотрите, вот эти процессы, пожалуйста, не снимайте на телефоны, да, потому что, ну, из контекста вырвется и будет не очень. А это... Вдох. Ну-ка, покажи сюда. Ну и выплакивай. Здесь попроще, выдыхай. Еще. Я сейчас всем объясню, вот кто первый раз, я объясню, что за дурдом здесь происходит. Ладно? Выдыхай. Потому что все же подумали, это что за херня вообще. Ну, да. Я вообще хотел... Ага, говори. Сейчас. Ты начни, вот смотрите. Давайте так. Каждый сам отвечает за свой оргазм, да? То есть... Не ты там мудила, что-то не умеешь, а я сама, да? То есть вдох глубокий, выдыхай, процесс пойдет, и подойду, вытащу, ладно? Ноги не скрещивай, руки не руки разъедини. Девушка с октаву. Руки не скрещивай. Просто дыши глубоко. Ага. Вообще, западного Казахстана много здесь? Ага. Сейчас этот, немножко такое отступление от темы сделаю. Запад Казахстана, да? Вот честно,
Я очень сильно вас люблю за то, что вы конкретно знаете, чего от жизни хотите. Это, ну, нет ни в каком другом регионе такого, какого-то, такой настойчивости я больше нигде не встречал. Вот так, выдохай. Подожди чуть, дай я чуть-чуть сделаю легче. Вот так. Чем западный Казахстан отличается? Да? Как-то